И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на сервере Savage, но теперь без мода Afterlife. И на карте Рагнарок, да, все-таки читаю комментарии, и все равно есть люди, которые хотят смотреть Рагнарок, да и мне самому интересно, а Afterlife уже переделали в PvP-сервер. Вроде бы без модов, точно не знаю, не узнавал. Но он такой же кластерный, то есть точно так же можно отсюда перейти туда. Там 5x, здесь 10x, соответственно, здесь можно раскачаться, перенести туда персонажа и спокойно играть на PvP-сервере. Ну, или же вам там надоело играть, и вы не хотите терять своего персонажа на PvP-сервере, с PvP сервера, вы сюда его переносите и спокойно играете на PvE. Также я добавил музычку из X-машина, да. Музыка, если кто не знал, почему мне нравится кроссаут играть, потому что это от разработчиков X-машина. Я обожаю X-машину, и мне точно так же заходит кроссаут. Поэтому и музыка, конечно же, тоже не повредит. Мне она очень зашла, и что-то именно этот трек, и я не могу как бы не играть в него. То есть не играть под него. Также что произошло? Ну, я добывал ресурсы и так далее, то есть это понятное дело. Кстати, вот так создал такую фигню, а это оказалось типа седло для виверны. Да, ну дает виверне дополнительную броню просто и все. Опс. Пригодится. Вот, как видите, поставил печки, уже там металл попереплавлял в большом количестве, вот, ну как в большом количестве, для меня большое количество, как бы у меня сейчас пока что запросов нифига нету, поэтому количество для меня это большое. Давайте я все ресурсы соберу воедино, вот, и переложу сюда. Так, верни на место. Вот так вот сделаем, и сделаем тебя, наверное, да, совместно арбалет. Арбалет мне сейчас не нужен, так как я уже притомил птерчика. Да, я решил птерчика притомить за кадром, кстати, этот холодильник своеобразный, а именно по факту простой шкаф, я все переложил в птера. Вот, и теперь у меня здесь вся еда хранится, ну, так как она здесь портится намного дольше, а именно в 2 раза. Немножечко увеличил свой дом, как видите, да, чтобы птерчика можно было закрыть, и ничего, здесь у меня лесенка сломалась, когда я убрал фундамент, и ну и в баню ее, короче. Птер томил 145 левела, томил, кажется, потихоньку-полегоньку обычным мясом, и ушло где-то около получаса на его томление. В общем, времени очень много потратил, он у меня один раз взлетел, то есть очухался, я буквально такой подхожу к нему, а он у меня в зданице таком же хранился, короче, ну, только без крыши, я к нему подхожу, и он, оп, такая дверь, точнее, открываю, оп, взлетает, твою мать, я его сразу балансом ловлю и по новой оглушаю. Вставление сбросилось, прибавка к урону сбросилась, все сбросилось, ну, ну и ладно, короче, по новой стал томить. Единственная проблема, то что я пришлось мне по новой добывать наркобарики и так далее, ну, думаю, это фигня. Как видите, я ему раскачал здоровечко до 5000, и надо ему, кстати, вес покачать немножечко. Вес у него что-то совсем плохо с весом. Что еще? Что еще? Что еще? Да, пожалуй, все. Сейчас я что планирую? Я планирую полетать, поискать территорию для будущего домика. Вот, вскрываем домик. Оп, приземлился. Сейчас я законопачу отверстие в стене. Вот, хотел поймать топижару, я даже начал снимать серию за топижару, потом она за поимку топижару, и, короче, она у меня куда-то шкребанул, я ее не смог найти, думаю, да и пошла ты в жопу, короче, и нажал на стоп. Все, перестал снимать серию, короче, отснял где-то около 15 минут разрывного видео, все дела, короче, потратил на эту поимку топижару фиговую тучу времени, думаю, да и пошла ты, короче. Поймаю еще раз. Топижарка очень удобная в строительстве, к примеру. Так, что у нас дальше? Так, что у нас? Ничего лишнего у меня не запущено. Нет, ну что-то у меня такое ощущение, как будто бы долго. Ну да, наверное, игра просто долго была запущена. Так-с.
Ну, во-первых, давайте слетаем туда, откуда начали. Чтобы уже понимать полную конструкцию. Точнее, полное расположение всех объектов. Блин, меня эта скала, короче, притянула, мой взгляд. Металл добыть легко, а вот кристаллами, если честно, то это какая-то проблемка. То есть кристаллы без летуна добыть тяжеловато. По крайней мере, я не нашел места, где их можно добыть. Такие вот дела. Так, вот, кстати, тот заборчик, в который я врезался. Там где-то, он говорит, лестница есть. Может, имеет в виду вон та лестница. Ага, наверное, имеет в виду вот эта лестница, что ли. Нет, так это другой. Или где-то здесь на стене лестница. И в итоге, прикиньте, он просто не заходит все это время в игру. Я манал таких дебилов. Он реально, он все это время, вот он застроил территорию. Прохода, черт побери, нету. Никаких странных лестниц, пускай он не врет, никаких лестниц нету. И все, он застроил территорию, застроил единственный проход, и он не играет. Он не играет. И ему это не нужно. Зачем ему играть? Он же застроил проход. Все, этого достаточно. Да уж, вот такие будут люди и живут в этой мире арки. Ну да, и бог с этим нехорошим человеком. В общем, начинаем мы отсюда. Как видите, вот там уже на верночках бегают. Это мне не к чему. Далеко, оказывается, я убежал, очень далеко от первоначальной локации. Я думал, я здесь очень близко. Металл очень легко здесь добыть. То есть из первоначальных ресурсов, из тех ресурсов, которые мне нужны, я единственное не нашел, это кристалл. Вот, с ними что-то какой-то рамсы. Но опять-таки же я бегал, может, просто не по глазам, как говорится. Вот, это, пожалуй, единственная проблема. Все остальные ресурсы же я вполне нормально нашел. Дерево, камень лутается с земли в огроменном количестве. Ну, я имею в виду для начального развития. Потом что еще? Давайте лучше залутаем. О, кстати, заодно покажу вам этот сервер. Ёпта. Не захотел приземляться прямо. Вот. Дерево, камень лутается просто до жути как. О, чертеж зеленый. О, шмотки. А с этой шмоты пригодится. Вот, перемещение на другой сервер. Вот, видите, Рагнарок. Карта Рагнарок. А, третий сервер они открыли. А я думал, они центр изменили. Центр пока что еще с автолайвом живет. Третий сервер они открыли. Кстати, там другая администрация совершенно. Вот, у нас теперь три сервера в одной куче. Тоже само себе неплохо. Неплохо. На автолайве, как видите, еще люди играют. Так, давайте я все залутаю. Шмоточки мне пригодятся, хотя бы не с голой задницы буду бегать. Это уже будет хорошо. Сделал, чтобы отображения шапки у меня не было. Вот видите, да? У меня стоит на мышке. Эмоция это. И эмоция забиндилась на убирание до появления шапки. Ну, думаю, ну и бог с тобой. Пускай будет так. Здесь у соседа уже есть грифончик. Как видите, у него в доме такой слабенький хипненький, но как бы смысла-то нету в большом. Давайте сразу же посмотрим на грифона вблизи. Очень здоровский. Очень здоровский, кстати. А ты у нас по нику? Паразит. Паразит, привет. Такс. Ну, в целом прикольный. Прикольный грифончик. Мне он очень понравился. Ой, это не мой птер. Когда-нибудь притомим. Он, наверное, там что-нибудь в чат писал. Ну, да, и ладно. Вот, здесь, как видите... А, это тот же самый паразит, что ли? А, нет, это реликт. То есть, это убожество закрыло луч, никого к нему не подпускает. И... Опять реликт, да. То есть это убожество закрыло луч, никого к нему не пускает. Чмо, нехороший человек. И
И сам здесь не строится. Отлично. То есть это дебил. Наверху я тоже его построек не вижу. Отлично. Это реально показатель козла, который делает... Че хочу, то ворочую. Я ж ПВЕ, ёпта. Вот он, это эго. Здесь домик. Ну да ладно, хватит уже соседей разглядывать. Погнали, поищем. Ладно, раз уж я начал снимать ночью, то ближе к ночи. Давайте все-таки посмотрим. Очень-очень тяжелая локация, если честно, для начального развития здесь. Здесь у нас есть много хищников, и не только хищников. Здесь бегают рапторы, кого, аргентависов видел. Здесь получается смешно средняя сложность развития и минимальная сложность развития. Я их так для себя называю. Средняя сложность — это когда уже на тебя могут напасть хищники, а минимальная — это когда ты сам как хищник там бегаешь и всех мутозишь. Вот. Ну, удобное. Удобное в плане ресурсов. Ресурсов очень много. Кстати, самый первый свой металл я добыл вот от Седова. Здесь посреди камней стоит просто металлическая глыба. И я ее залутал, и это, так и добыл свой первый металл. Причем залутал я ее каменной киркой, так что даже смешно. Погнали дальше. Погнали туда, где я еще ничего не видел. ФПС при пролете десятка. Ну вот, более стабильно становится, но все равно. При прогрузке карты это полный кобздец. Честно, не ожидал, что карта такая нагруженная. Ну да, карта очень нагружена, если уж на то пошло. Вижу первые кристаллы. Вот они, аргентависы летают. Вот они, первые кристаллы. Кристаллы находятся наверху. Так что их до первого кристалла добраться можно пешком, но, как вы понимаете, больших делов сюда бежать. Быстрее летуна какого-нибудь дрящевого притомите и на нем прилетите. Так, что у нас здесь? Здесь можно как-то по мосту поэтому пройтись? Нельзя. То есть здесь уже сразу же видно, что здесь даже паркурить бесполезно, а тут и подавно. Это просто, так сказать, декорация, да. Все. Ну, зато выглядит красиво, тут и не поспоришь. Озеро, как видите, хищное, так что здесь тоже нежелательно оставаться. Сразу же смотрю на наличие жемчуга. Хоть и далеко отбежал уже, но все равно локация более или менее начальная. То есть сюда можно будет спокойно подойти. Блин, мне гамму четверку надо включать. Уж извиняйте. Ах, приземляйся, чувак. Отлично. Прям на металл приземлился. Просто ночи они длинные, поэтому такие вот дела. Или давайте я лучше в ночи полетаю, а уже днем полетаем на запись. Ну, если в чем ничего не увижу нового. Не, знаете, зря все-таки выключил запись, потому что... Ну, это все-таки мои впечатления о карте. Так что давайте смотреть на карту вместе. Так, что это у нас вот за пещера? Надеюсь, я сейчас отсюда не свалюсь и не сдохну нафиг. Так, что у нас здесь? Как видите, люди строятся, люди развиваются, люди... Понастроили всякого говна тонна. Примеры я вам уже два показывал. И это печально. На, это лазаврик, что ли? Да, походу дела лазавр. Строится где? Строится, если встроится, то где-то на верхах. На верхах уже, честно, будет очково строиться. Примерно куда я лечу. Йо, просто карта, да, карта она очень огромная, тут и не поспоришь. Карта сделана просто кардинально огромной и несоизмеримой с другими картами. Сразу же появляется зима. Вот они уже, рексы бегают. В зиме, наверное, строится прикольно, но не оно. Не то, что мне нужно. Да, конечно, имеем тут сразу же озеро рядом. Но это же все-таки зима. Я не хочу в зиме строиться, поэтому погнали дальше.
куда-то приземлиться и отдохнуть там, где нету хищников. А это уже проблемка, так как хищники, они везде. Да, карта она очень огромная, и по сравнению с тем же самым центром, не знаю, от луча долететь, это как всю карту пролететь. А, ну я имею в виду обелиски. Да уж, ледяная пещерка, туда мы не пойдем, не до нее сейчас. Хотя можно и в зиме построиться, здесь всегда более или менее светло становится. Давайте я сейчас на обычную гамму включу. На мою стандартную гамму. Да, здесь посветлее, как минимум из-за того, что снег белый. Ладно, не буду мучить ваши глаза. Обратно включаем гамму на место. Но постоянно холодно. Здесь надо либо постоянно иметь хорошую броню, либо иметь стойкость большую, чтобы не замерзать. Да уж. Зима, одним словом. Так, в какую сторону я лечу-то хоть, а? Ага. Понятно, я лечу влево-вниз теперь. Так, вот они, анкилки, там кошак бегает. А это что такое? Нефтяной насос. Иерихон. Интересно. И сразу же пустыня. Блин. Как-то не оно. Ну, понятно, да. Почему зима? Потому что горы, высоко, горы, как бы все дела. И поэтому, как бы, так. А вот это что-то... Ай, блин, я пытался сейчас сольчить на стекло. Вот, трубу включить, но что-то у меня явно не получилось. Что-то непонятные какие-то динозавры. О, ну в смысле мамонты. Какая-то аура у них была. Или это их продамашили. Ладно, не будем пока что в это ввязываться. Еще успеем в свое время. Здесь большой каньон. Большой каньон. Много жидкости воды. И, конечно, это выглядит здорово. И, честно, мне что-то эта скала приглянулась. Вот, честно, приглянулась вот эта скала. Не знаю чем. Наверное, своим видом из окна. А также отсутствием подступа. Куда-либо. То есть, я буду чисто стоять здесь. Также нету здесь ресурсов никаких, которые я бы мог бы... перекрыть своим респом и так далее. Интересно. Так, нужно отдохнуть, пока здесь. Ага, отдохнул, блин. Вот, я думаю, мне показалось. Да нифига не показалось, эти твою ж налево. Ей! Покажется, конечно. Так, ну. Хорошо, первое место я уже себе обозначил. Скорость передвижения. Давай себе качнем. Да, давай скорость передвижения. Первое место я себе обозначил. Вот это вот вполне неплохое. Недалеко есть вода. А именно он там внизу сразу же. О, а здесь уже база построена. А, нет, просто нефтевые. Стоят просто нефтевые эти хрени вышки. Ясно. Кристальчики. У меня инструменты с собой вообще? Смотрите, могу. Да, с собой. Надо кристаллы подлутать. Вы, конечно, извиняйте, но кристаллы надо подлутать. Потому что мне он очень нужен. Я эту сторону трубу даже сделать не могу. Она мне, ох, как жизнь облегчает. Я уже очень сильно привык к тому, что она у меня постоянно с собой. Так, что дальше?
Честно? Ну, мне этот островочек тоже понравился. Но, как вариант, там уже застроены. Так как растительности нету, да, здесь уже все застроено. Красивый островочек. Еще такой прям конкретный спуск. Прикольный. Лестниками. Хм. Интересно, кто здесь построился? MC Bar. Барл. Барри. А, MC Барри. Ну, кстати, недавно вышел. О, здесь мост есть, оказывается. Блин, огроменная карта. Огроменная карта, что в высоту, что в ширину, что в длину. То есть по всем трем координатам она очень огромная. И просто так ее улететь не получится. А ну-ка, на обычной гамме. Ага, чертов два, что я увижу. Я надеялся, что будет светло. Но пока что еще не полнолуние. Ну, кстати, чувак тоже занял хорошее местечко. Примерно как тоже, который... Ой, лошадка. А, нет, уже притомленная лошадка. Вот, чувак тоже занял хорошее местечко, но, как видите, он не играет. И было бы неплохо сейчас бы его утопить и залутать. Ну ладно. Я ж не такой вандал. Иногда. Был бы PvP сервер, я бы, конечно, бы его убил. А вот, а так, если что, да, можно притащить тело в воду, он там захлебнется, и ты его можешь залутать уже. А, нет, сумочку-то все равно не получится залутать. Так что я бы обломился так и так. Это хорошо. Люблю, когда люди обламываются, даже если какую-то пакость гад сделают. Так, там я, как вижу, болото идет, да? Угу, да, это мы на первоначальную локацию болота прилетели. И здесь явно ничего интересного нету. Зима. Зима, как вариант, там будет нефть расти, да? Именно в плане ресурсов. А не нефтяных вышек. Домик я хочу построить не маленький. Ну, чтобы мои динозавры там вмещались внутри. Я не люблю, когда они стоят просто тупо за воротами. Это не мое. Мое это чисто полностью защитить своих питомцев от и до. Поэтому у меня можно так назвать это как гигантизм какой-то, из-за чего я не могу строить маленькие базы. Глубокое озеро. Здоровский. И вот он уже зеленый луч. И там Редвуд, как я понял. Неплохо. Да уж. Тяжело подобрать вот так просто место, но... Кстати, пишите в комментариях, вам было интересно вот это видео, то есть... Грифон, да ладно! Реальный грифон! Его просто, я теперь знаю, где они бегают. Угу, хорошо. Запомнили. Я думаю, вы тоже запомнили. Вон они, грифончик бегает. Отлично. Так что, я думаю, вы тоже запомните, где они бегают. Зеленый луч недалеко от него. Отлично. В общем, пишите в комментариях, было интересно или нет. Кстати, был такой комментарий, как помните, не помните, я отвечал на то, что, ну, один раз на комментарий, то, что ты посоветовал, я даже в видосе про это говорил, то, что ты посоветовал, типа, я это уже давным-давно выполнил, и все в таком духе. Вот, на что мне написали, типа, ну а смысл тогда писать тебе комментарий, если ты не выпускаешь актуальные видео, ну, если так вкратце. То есть, смысл писать мне комментарии, если я все равно там их вижу через неделю только, да? Не пиши. Мне как-то пофигу, может не писать. Начнем с того, что вы в целом мне комментарии пишете, там, один из тысячи. То есть, начнем, пожалуй, с этого. Вы в целом комментарий не пишите. То есть, неважно, выпускаю я видео, допустим, выпустил я видео... каждый день я видео выпускаю. То есть, я сегодня записал, завтра выложил, или же я... Ой, это сверкало, наверное, что-то серьезное. Вот, или же я выпускаю в таком формате. Неважно, вы в целом комментарий не пишете. Так что, ну вот он, тот замок.
Вот, вы в целом комментарии не пишете, так что как бы это все без разницы. Ёпта, я вовремя выскочил. Обалдеть. Что-то такое сверкает. Вот, поэтому вы в целом комментарии не пишете, так что тут как бы можете не говорить о том, что вот смысл писать комментарии. Понятно, я верно там. Вот, вы в целом комментарии как таковое упускаете. Неважно, спрашиваю я что-то нужное, спрашиваю я что-то ненужное. Вы это не пишете, не говорите и так далее. Спрашиваю я у вас ваше мнение, вы просто как рыба об лёд. Молчите, ничего не говорите. Ну, я посмотрел видео. Ну, хорошо, ладно, это молодцы, вы смотрите видосы. Но такое ощущение, как будто у вас нет своего мнения. А если у вас появляется свое мнение, то это ты говно. Вот такой примерно, такие комментарии, так сказать, больше половины. Начнем с того, что в последние дни было распространение рекламы, вот, и реклама была то, что там какие-то типа взломы и все в таком духе, всякое это говно. Так вот, спамеры мне куда больше комментируют, нежели вы. Учитывая, что каждый раз разные были. Я их столько позаблокировал и жалобы понараскидывал, что вы просто представить себе не можете. Так вот, они спамеры, и то лучше вас комментируют. Так что вы сначала начните нормально комментировать, а уж если будут нормальные, адекватные какие-то комментарии, и будут они в тему, то да, я на них буду отвечать. Вот, и насчет того комментария. Смысл мне советовать, чтоб я кормушку поставил под рампу. Толку от этого ноль. Где у меня там будет кормушка стоять. Вот, это что касается того комментария. Я все равно каждый раз переделываю под себя. Это Мишанька там, первый театр. Мишанька там бегает. Надо троечку включить, все равно, я думаю, плохо видно. Так, ладно, погнали дальше по территории. О, вот они, еще грифончик летает. Здорово. А их много здесь летает? Отлично. Но, как я понял, они по большей части летают в центре карты. Ну, в смысле, вот так, в центре карты, по вертикали, блин. Короче, они летают там, где хотят, я понял уже, все. Я это уже понял. Так. Ну, что-то мне пока что не нравится. Где что строится. Честно, места красивые, все просто замечательно и великолепно. Но мне не нравятся все эти места такими, какие они есть. Допустим, как вы помните, не помните, я... Я строился на центре в подземелье. Вот. И я строился там, где ледяная пещера, все дела. Короче, ну, те, кто старички на моем канале, все знают. Вот. И я строился именно там. Вот это место меня сразу же заворожило, я сразу же понял, я хочу здесь строиться. Пока что на карте Рагнарёк я такого места не увидел. Я не увидел того места, которое я могу назвать «я хочу здесь строиться». Увидел пару мест, которые, блин, прикольно, и все. Ладно, я полетаю немножечко и уже посмотрим. Немного пролетаю. Пролетаю над зимой, и здесь тоже летают виверны. Здесь очень много где летает таких, казалось бы, редких динозавров, такие как грифон и виверн. Их оказывается очень много, если так по-простому уж совсем. А в некоторых местах аргентависов, допустим, тех же самых, такое количество, что просто жуть. Чуть я сейчас к мамонту не подлетел, он по мне не жахнул. Эх ты ж твою мать, что такое там летит за мной? А, чайки что ли долбанные? А, это наверное раптор, мини-раптор долбанный. Козел, короче, козел. Я хочу посмотреть, это лед? Это лед?
Ты реально, это чистый лед. Круто. По нему бегать можно. Но было бы прикольно, если бы по нему нельзя было бегать, а именно только ходить. Ну, как бы более правдоподобно было бы. Ну ладно, погнали дальше смотреть, потому что... Ну, честно, первый раз вижу, что озера были льдом покрыты, именно полностью замерзшие озера. Просто лед видел и так далее, а тут сделано так, как будто это озеро полностью замерзшее, то есть настолько холодно, что даже замерзло. Вот. В целом карта, как я понял, она просто, видите, да, то есть она широкая. И вот он край карты. Офигеть, я уже на край карты прилетел. Так, ну понятно, координаты получаются по карте сейчас 50 по высоте и 90 по ширине. То есть по ширине они то же самое карта, а вот по высоте немножечко разная. Ну ладно. Я правильно хоть лечу? Да, правильно лечу. Погнали, посмотрим к обелиску. Там вроде бы красный обелиск. Погоди-ка, что-то как-то... Ё-моё, подождите-ка. А стенка-то здесь не ровная. Видите? То есть, по факту, обелиск сейчас находится за стенкой. Ё-моё, эту... Или они в дальнейшем собираются эту карту расширять? Блин, непонятно. Реально непонятно. А пешком пройти смогу? Не. А ударить? Тоже нет. Ну мало ли. Отлично. Даже как-то интересно стало. Давайте посмотрим, что дальше в ту сторону. Не слишком далеко отлетел. И смотрите, летим прямо. Оп. И резко уходит влево стенка. Первый раз вижу, что подстенки были как-то неровные и так далее, ограничения области. То есть здесь, по сути, как я понял, разработчики, они ограничили сами физически. Потому что помните, да, стандартно вот этот вот потолок, который мы постоянно видим, это такое что-то нечто невидимое. Вот, допустим, да. То есть он выглядит по-другому. То есть он не такой. Здесь же визуально показывают, чуваки, сюда пока что нельзя. Ой, ёпта. Ой, ёптель-моптель. Да ладно. Ну, кому нельзя, а кому можно. Погнали посмотрим то, чего еще я не видел лично. Точнее, я не видел, да. А чё за ограничение карты? Ну-ка, блин, мне интересно уже, а обратно я в нее упрусь? Ой, я бы голодный. Отлично. Оп, и пролетел. А сюда не могу. Это как тег защиты какая-то стоит. Блин, я жрать хочу. В голодуке бы не помереть. Прикольно. Только этот тег защиты как-то чутка на пару кубиков промахнулась. И мне нужно срочно выносливость восстанавливать оптерчика. Офигеть! Просто путешествие за край мира, блин. Вот, народ, если вы досмотрели это до конца, то знаете, вы это не зря делали. Офигеть! Офигеть! Просто путешествие за край мира. Давайте посмотрим, здесь есть какие динозавры, животные и так далее. Ресурсы. Или это здесь просто карта, потому что, видите, лесов здесь я не вижу. Приземлиться здесь можно, все нормально. Здесь, как я понял, просто еще не достроена сырая карта. Не достроено ничего. Где я нахожусь? Ага, я нахожусь в пустыне. То есть сейчас я спокойно могу лететь дальше. То есть карта она не достроена, то есть они ее, видите, ё-моё, она будет еще шире. Обалдеть. Я просто там, где не должен быть.
Ах, мое любопытство, мое любопытство. Ну ладно, если потеряю ресурсы и птерчика, что уж поделать. Вот, как видите, она еще рисуется только, карта. Еще вот плавного перехода нету между этими биомами и чисто такое ограничение. Пустыня, зима. Здорово. Здорово. Вот реально. Я там где-то не был. Это 100%. А вот и Динки. Дина. Отлично. Динозавры тут бегают. Сейчас вот деревья будут. Ага, вот они пошли, деревья. Ага, и вот на ограничение карты. Ну, понятное дело, они туда забежали, но, собственно, погнали наверх. Нет, сначала надо восстановить энергию. Сраные птицы. Ужасные птицы. Сраные ужасные птицы. Ну, здорово. Пролетим немножечко туда подальше. Опаньки. Прикиньте, пытаюсь пролететь, не пролетает. Я только где-то в одном, грубо говоря, то есть видите, он забор, он не везде ровный. И здесь я еще застреваю, а вот если пролететь туда дальше, то я как вариант уже пролечу. Оп, и пролетел. Офигеть, это просто реально чутка они накосячили с высотой. И он идет под уклоном. Чем дальше, тем ниже. Офигеть. Косячок, косячок, не спорю, но уже прикольно. Да ладно, смотрите, в пустыне есть все-таки животные. Вот они, драконы шипастые, парцерарий, если я правильно вспомнил его имя. А все из-за того, что здесь стоит озеро, и они заспавнились около озера. Круто, вот он, раптор бегает. Галими, или как он там, он, этот, который трехседловый, этот подобие верблюда из выжинки. Круто! О, тушканчиков тьма тьмуша. И листозаврики. Отлично, просто еще идет дождь, и когда начался дождь, стала вот такая вот сраная яркость, что просто жуть! Как плохо все видно стало. Да уж, но такие вот дела. Пустыня-то хоть и безлюдная и бесхозная, кстати, как вариант, здесь можно и строиться, это я тут даже и не спорю. Вот, безлюдная, так сказать, бесхозная территория, но такие вот дела. То есть динозавры здесь водятся. Была бы плашка телепорта. То есть мод на телепорт стоял бы, я бы здесь вообще без заморочек бы построился, так как до ресурсов бегать каждый раз придется нехило. Здорово. Я бы даже в жизни не догадался, что здесь могут быть динозавры. Ну-ка, карточка. Опаньки, видали, где я? Офигенно. Конечно, очень ярко. Очень ярко, это пустыня, еще это дождь, пожалуй, именно из-за него вся проблема, то, что это просто сраный дождь. Давайте сделаем, попробуем 1.5 гамму. О, вот так вообще кайф, да? Пришлось даже гамму уменьшить, чтобы квить обелиск стал вообще черный, чтобы хоть как-то жить. Ой, извиняюсь за звуки. Потому что окно открыто, и я... Деревья? Там деревья! Офигеть, там деревья! Там деревья! Я хочу деревья! Если здесь будет деревья, ресурсы и так далее, я здесь строюсь. Я здесь строюсь. Да уж, здесь точно никто не будет строиться, поблизости никаких не будет соседей, никого. Я спокойно смогу строиться. Делал то, что я хочу. Конечно, сюда и проблема будет попасть, но да и бог с ней. Скорпионы, вот они не.
Блин, отлично, здесь реально оазис. Ай-яй-яй-яй-яй, энергия, энергия. Выносливость кончается, мой птерчик падает вниз. Опа. Приземлился. Да, конечно, гамочку пришлось выкрутить на нет. Ну да и ладно. Я чтобы сейчас змейки сюда не приперлись. Такс. Угу. Вот где я нахожусь. Возможно, возможно, здесь уже будет открытая территория. Возможно. И будет открытая территория. Так что давайте сейчас за этим всем посмотрим. Здесь как-то сятом. Нет, все еще закрытая территория. Куча кактусов. Вот они тут. Шипастые драконы ходят. Хоть ни разу их не томил. Было бы клево их тоже притомить. Кабанчики. Здорово. Дерево. Камень. Животные, кого убивать есть. Барсук этот долбанный. Это же металл. Круто, это металл. Так что даже тут металл есть. Вот надо же было кому-то пилораму включить сегодня именно. В натуре. Да, походу я буду строиться именно здесь. Да. Походу я нашел то место, где я хочу жить. Вдали от всех. Чтобы сюда даже никто не пытался припереться. Здорово, 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 здорово. Вот такие вот, народ, дела. Ну-ка, давайте-ка гамочку включу. Такая у меня по стандарту. Ё-парасоте. Если честно, вот такая гамма у меня 2,2. Это у меня стандартная при заходе. Если включаю гамму 2... просто гамму 2, то она становится темнее. И вот такая вот яркость. Эх, просто жуть, какая яркость. Ну, что я могу сказать? Все просто здорово. Возможно, я даже такую аватарку, ну, превьюшку сделаю себе. Все просто здорово. Нашел место для строительства. Показал вам, что же находится за стеной. Стеной разработки. Вот, и... ну, я, конечно, еще спрошу вообще, есть тут смысл строиться или нет, вообще может устроиться или нет, так как, возможно, появится такая проблемка с тем, что моя постройка просто исчезнет. Ну, честно, оно того стоит, рискануть, так сказать. Ну и, ну да, и лучей здесь явно тоже не будет. В общем, народ, на этом уже точно все. Такая получилась длинная серия, но... ну, одна треть... серия показалась мне намного интереснее, последняя треть серии показалась намного интереснее, нежели вся остальная серия, так как здесь я показал и сам увидел то, что я, пожалуй, ни у кого бы не увидел, если бы случайно вот так не перелетел через маленькую щелочку в заборчике. В общем, народ, на этом уже точно все. Жду от вас комментариев, жду от вас лайков, новых подписок, если вам это видео понравилось. Ну а я на этом буду с вами, пожалуй, прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, разделиться моим видео с своими друзьями. На этом все, всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока!